Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного! Добрый день, уважаемые слушатели и зрители канала «Кофе профессора». Сегодня у нас очередные уважаемые гости. Очередная, я думаю, так, ну знаете, у нас уже вот так выработался такой вот как бы девиз нашего канала, да? Мы что ли, вот говоря с представителем тех или иных, да, вот как вот Карелов, да, Карелов, можно ли назвать народом, да? В нашем случае финно-угорских народов, представителей. Ага, финно-угорских народов. Ну, вот мы открываем или приоткрываем, или дополняем открытие новой вселенной, да? Вот, собственно, новый народ, который практически народность, или как вот сказать еще раз? Это древнейший народ, который является, наверное, самым древним народом, наверное, ну, из существующих в мире, то есть, который произошел порядка 10-12 тысяч лет назад. Занимал всю Евразию, собственно, доходил в том числе и до Польши, Германии на востоке, известен также как венгры, как среди угорской группы, на юге Евразии, то есть ниже Евразии, или даже на юге Европы, и доходил, собственно, вот на краю до Финляндии, в том числе до Швеции были контакты. Народ до сих пор живой. Это вот финские народы обобщенно, да. Говорить, чтобы было понятно, но, ну, скорее финские все-таки народы обобщенно. Польские немножко. Ну, давайте я вас формально хотя бы представлю, да, то мы уже вступили, как бы получается, в такую дискуссию, да, уже вводную. Ну, мой, как бы, основной собеседник, конечно, вот, ну, налаживал контакт, да, устанавливали мы вот контакт с Дмитрием Кузнецовым, да, вот я так понимаю. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Кузнецов, представитель, как скажем, коренного населения Карелии, выступал на форуме как представитель коренного населения Карелии, вот той его части, которая пытается добиться освобождения, именно не отделения все-таки, а освобождения от оккупации, которая произошла 100 лет назад в нашей Карелии русскими. И вот я представляю интересы своей организации «Стоп оккупации Карелии» и двух молодежных движений. Великая Карелия и звезда, Карельская звезда. А в общем, можете представить ваших коллег, да, друзей, вот я так понимаю. Я думаю, они сами представятся. Да, если можно, хотел бы и с вами ближе вот познакомиться. Прошу вас, представьтесь. Я Алевтина Солдатова, я представитель народа вепсов. Это малочисленный народ севера. Нас... По последним данным переписи нас не более 6000 человек. Угу. Как можно, точнее, я, может быть, не услышал правильно, как народ называется? Вепсы. Вепсы, да? О. Да, единственное сейчас место, где они официально, так скажем, еще зарегистрированы, это Карелия. Поэтому это наши близкие, так скажем, самые, наверное, близкие братья, как финны и вепсы. Так, ну, справа от вас, да. Меня зовут Владислав. Я представляю карельскую молодежь. Также сам я помор. Вот, и в основном занимаюсь изучением этнокультурных особенностей северо-запада финно-угорских народов и скандинавских. Очень интересно. Дальше, пожалуйста. Здравствуйте, да. Меня зовут Артур Аланин. Да, я представитель Карел. Собственно, выступаю с идеей панфиноугризма, пытающийся объединить все финно-угорские народы от Урала до Финляндии и до стран Балтии. То есть это большой народ,
истории, и у нас сейчас есть все предпосылки для того, чтобы панфиногризм снова воспрял с новой силой, и пошло третье течение вот этого панфиногризма. Третье уже, да, получается? Да, за 100 лет было уже две волны. Первая волна это была связана с репрессиями 30-х годов 20 века. Угу. Тогда просыпалось самосознание, и, собственно, это знаменовалось уже впоследствии Второй мировой войной, когда именно финно-угорские народы уже воевали в составе определенных сил, угу. Западных сил против красных, против большевистской заразы. Угу. Вот вторая волна панфиногризма была связана с очередным переворотом в России, поэтому это достаточно больная тема для русской идентичности, потому что так называемые малые народы произвели очередное потрясение 80-х, начало 90-х, когда пришел переворот именно в России, когда вот СССР развалился. Да, СССР развалился и стал Российской Федерацией. Mm-hmm. То есть сейчас есть все предпосылки для становления третьей волны. Наверное, об этом могу сказать попозже. Mm-hmm. Сейчас бы хотел представить еще нашу... Да-да. Последний наш... Погоди. Что вы говорите? Ну, я говорю, и последний наш гость, да, сегодня. Да. Геннадий Лапкин, так получилось, что я в Эстонии родился уже, потому что мать Карелка, она после депортации в Вологодскую область, в Карелию нас не пустили, так пришлось искать такое место, где тоже на финском народе говорят. Ну, это эстонский, это такой же русский финский народ, так что я местный абориген. Mm-hmm. Геннадий у нас представитель культуры, он художник. Он много знает об истории, помогает нам во всем, чем может. Сам он живет в Эстонии, по национальности он карел. А, очень интересно. Так, ну и тогда разрешите мне официально представиться. Я Набока Александр, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Луганского национального университета. Получается, что дважды переселенец, сначала в 2014 году, сначала из Луганска, потом из такого вот города Староберска Луганской области, который сейчас, ну, трактуется под российской оккупацией. Сейчас я вынужден, скажем так, скитаться, но вот этот вот свой проект кофе профессора, который зарождался, да, вот как посвященный малоизвестным, ну, такому научно-популярному обобщению различных вот национальных движений, да, вообще вот этносов Евразии, которые, на мой взгляд, подавлены, да, вот этим вот имперским тигелем, да. Вот это я видел и в собственной, в Луганщине, и сейчас я вижу все больше и больше на всем вот этом, ну не знаю, вот пространстве, да, как это сказать-то, постпутинской, можно ли так сказать, постпутинской России, да, форум, который, как вот он, ну это уже четвертый, да, я так понимаю, форум, вы принимали участие. Это был третий. Третий. Это был третий. Ага, я вот принимал в предыдущем участие, да, вот там вот, собственно, вырабатывается. Ну, знаете, была в 19-м году в США такая организация создана, Inquiry, да, вот под предводительством президента Вудро Вильсона. Уже чувствовалось, что империи будут рушиться, на их месте будут возникать народы, которые будут претендовать на государственность, да, и вот Соединенные Штаты вот как-то пытались выработать основы нового мира. Ну и получается, что этот форум, я тоже его рассматриваю в определенной степени, вот как inquiry, да, как определенную такую систему, ну определенную организацию, которая вырабатывает основы будущего
постпутинского мира. Согласны вот с тобой? Мы бы не хотели останавливаться только на этом форуме. Конечно, большое спасибо, что нас пригласили. Мы будем обязательно участвовать. Следующим, наверное, нет, потому что там не о наших будет республиках и этносе разговор. А вот в пятом, когда будет разговор о будущих границах, мы, конечно, будем участвовать. У нас есть желание участвовать и в других, сейчас форумах, съездах, совещаниях международных, чтобы заявить о том, что карельский народ в первую очередь и остальные народы финно-угорские, наши родственники, что мы все хотим выйти из-под гнета, так скажем, Российской империи, и будем сейчас этого добиваться максимально, пока вот это, так скажем, есть эта возможность, появилась новая возможность. А что конкретно вы имеете в виду под освобождением? Я вот, может быть, не совсем понял. Да, это суверенитет, это полная независимость, это какое-то... Да, это я думаю, что будет это, скорее всего, это полная независимость, которая... Причем мы, в отличие от многих, так скажем, регионалистов, которые в дальнейшем планируют какой-то передел России в конфедерацию или федерацию, или союз, так скажем, ну, грубо говоря, в СНГ, да, как хотели переделать СССР, то у нас четкая позиция, мы хотим отделиться четко от России, мы совсем и навсегда, и присоединиться к родственным народам, это Эстония, Скандинавия, Финляндия в первую очередь Финляндия. К сожалению, финское правительство до сих пор слабовато в своих решениях. То есть финский народ, братский нам народ, он достаточно хорошо относится к нашим, ко всем движениям по поводу по решению получения независимости, нас во всем поддерживают, даже на форуме выступала одна организация, но финское правительство само пока еще не готово нам помогать. Поэтому мы сейчас будем искать в ближайшее время возможности других республик, стран независимых, Эстонии в том числе, возможно, еще скандинавских стран, чтобы развить свое движение как можно сильнее, заявить о том, что мы, наши народы угнетаются, наши народы подвержены этногеноциду, и независимости. А я вот, ну, как бы понял из вашего общего спича, что, собственно, ваш проект, он не только направленный на вычленение, да, из России, но и на создание новой, ну, как бы интеграции, да, именно финно-угорских, да, я так понимаю, народов, да, вот правильно, это какое-то... Да, получается, смотрите, получается, сама Финляндия была построена... на позиции, ну, сама Финляндия взяла основу с карельского региона. То есть Карелия для нас является, для финнов является как бы общим домом, от которого, получается, Финляндия откололась, став таким рупором свободы. Мы, собственно, хотим создать историческую, ну, как говорится, вернуть историческую справедливость, да, и собственно, создать этот недосозданный ранее проект в Сурсоме, в который будут входить все близкородственные нам народы. То есть, по большому счету, мы претендуем на нечто большее, чем просто какое-то маргинальное отделение. Это социокультурный, социоэкономический взаимодействие между близкородственными племенами, то есть это проект большого рода. Основной посыл на конференции у нас был то, что сами по себе русские не являются таким любимым большинством, что по большому счету это имперский конструкт, который состоит из, как минимум наполовину он состоит из финно-угорских народов. Просто люди стали забывать своих предков, им стало, скажем, пропаганда настолько хорошо, действительно, надо отдать должное, что за тысячи лет пропаганды финно-угорские народы смешались именно со славянским населением и теперь, ну, потеряли свою идентичность, что является, скажем, большой проблемой. В результате чего вот происходят современные преступления, что люди идут
нападая на другие страны во благо вот этих вот вассалов, даже не вассалов, вот именно тиранов, которые, самоназванных тиранов, которые творят эти преступления, потому что люди не знают, кто они, не знают, почему они должны идти на другую страну. То есть, получается, единственное получается, обоснование, почему они должны это делать, из-за того, для того, чтобы увеличить эту империю. То есть могущество этой империи, при этом как бы мы сами, то есть мы, финно-угорские народы, не имеем отношения. То есть это не наши родственники, это не наша кровь. Почему мы должны умирать, есть какие-то преступления сейчас и вообще когда-либо? Да, в общем, у нас мы хотели бы сейчас тех людей, которые заставляют воевать против их воли с Украиной, собрать, так скажем, свое общество, ну, наше движение, привлекать наше движение и набрав нужное количество, так скажем, наших сторонников, мы будем добиваться, наоборот, отделения от Кремля, от России полностью, чтобы, ну, изначально получила независимость Карелия уже, потом мы будем бороться за остальные народы, за вепсов, чтобы они тоже были уже что-то автономным в составе Карелия, своя, так скажем, республика, ну и так дальше, так дальше, так дальше. То есть основная, первый наш посыл, это, в принципе, добиться независимости Карелии. У нас здесь достаточно большой есть опыт, так скажем, уже наработки, так скажем, большие. Потом уже будем мы думать, что делать дальше. В первую очередь, независимость Карелии, присоединение к скандинавским странам, ну, наверное, к скандинавскому Северному Союзу, в первую очередь. Вот, дружеские отношения со всеми странами Евросоюза. Вступление, скорее всего, тоже в Евросоюз. Ну, а дальше... Посмотрим, как пойдут дела. А скажите, пожалуйста, ну тут много вопросов такое, многоголосие. А вот вы сказали объединение, ну пока еще я такое так понял, ну еще четко нет понимания, да, какого, ну, характера объединения, да, конфедеративное, либо... И вот что это за родственные народы, да, это речь идет о, ну... Карелия, в первую очередь мы говорим сейчас, вот непосредственно прямо сейчас мы говорим о вепсах. Да. А, вот, и о инкерин германских финнах, которые еще остались на территории Ленинградской области. Мы говорим о карелах и о помощи. Я думаю, что это... Да. Ну, хотелось бы дополнить, что, ну, словно есть, скажем, какое-то, условно, стратегическое обсуждение стратегических планов, наверное, сейчас это не самое хорошее время для обсуждения стратегических планов. Вообще, ну, как бы в планах создания это вначале отделение Карелии. В дальнейшем это условно взаимодействие с Балтийским регионом. Собственно, в дальнейшем территория может распространяться вплоть до границ финно-угорских народов. Как бы покажет время. Сейчас как бы мы не готовы это обсуждать, сейчас именно... Да, то есть сейчас основная цель – это вырвать Карелию из оккупации. Вот именно мы сепаратисты, что мы хотим очень подчеркнуть. Мы именно хотим, мы занимаемся освободительным движением. То есть наша Карелия была оккупирована, и мы не разрываем какое-то чужое государство, мы свое... Карельское государство освобождаем от оккупанта. Ну и да. Независимость. Ну то да, я понимаю. Нельзя проводить аналогию, вот многие проводят с ЛНР, ДНР там, и так далее. Это совершенно другая история, потому что мы совершенно другой народ, и мы не близки совершенно русским. У нас своя история, как у вепсов, так у Карелу, поморов, и мы хотим освободить свою территорию от оккупации. А скажите, да, может, я где-то ошибаюсь, вот эрзяне, мокша, да, это тоже финно-угорские, да? Как у вас с ними? Это волжские финны, да? Называются. Как? Да, то есть вот то, что вы нам сказали... Волжские финны и волжские финны.
Mm-hmm. И там еще два народа, которые подбирались, это Мерия и Мурапа. Mm-hmm. Ага, они еще уже стали очень инфицированы, что там нечего уже искать. Ну, извините, хотелось бы дополнить, сейчас как раз народ поднимается самосознание, то есть сдвинулось с мертвой точки, собственно, в проект именно с Урсуами. Люди, например, ребята из Мери, из Мещера, начинают сейчас заявлять о себе, и поэтому, вот, условно, казалось бы, маргинально расходившееся общество в славянской культуре, именно Русской империи, которая была тюрьмой для народа. Сейчас у людей просыпается самосознание, им нужна поддержка. Люди хотят видеть, что они не одни, что не весь мир сошел с ума, что есть что-то большее, типа крови. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы хотели бы, чтобы Карелия служила примером для оставшихся народов, потому что Карелия сейчас, это, грубо говоря, больше, у нас больше всех процентов возможностей именно получить независимость и освободиться. То есть, в первую очередь, мы хотим освободить территорию Карелии, и потом уже в дальнейшем, вот как Артур правильно сказал, это уже стратегические планы на дальнейшее, пока еще рано обсуждать, но мы хотели бы все, чтобы народы финно-угорские, которые, конечно, захотят, финские в первую очередь, так скажем, тоже получили независимость и освободились от оккупации, освободились от гнета Кремля и России. Приняли участие в возрождении проекта Сосоми. Угу. Да. А вы сказали 100 лет оккупации, да? 100 лет – это последняя фаза. 100 лет назад у нас была возможность получить независимость, потому что была провозглашена Латинская Республика. Можно я? Да, конечно. Именно 100 лет назад, как вот я выступал на форуме, более подробно рассказал, я могу рассказать, значит, у нас было свое государство образовано, то есть точно на таких же, на том же основании, как появилась Финляндия. То есть в 17-м году Ленин, большевики, значит, дали возможность самоопределения народа. Ух ты, Секрет самоопределения на народах. И вот этим воспользовалась Финляндия. После этого несколько раз они пытались, большевики России, вернуть ее в состав свой России, СССР, СФСР, неважно. Но у них ничего не вышло. Правда, Финляндия потеряла часть территории, но она сохранила свою независимость. Но вот мало кто знает, что кроме Карельского перешейка и ситуации с Финляндией, точно так же велась война между Карелами и РСФСР. Mm-hmm. То есть 17-19 год Карелы постоянно заявляли о том, что мы хотим добиваться независимости. Единственное, что постоянно это было в разрозненных местах. То это было в Оланце, то это было на севере, Ми. И в итоге в 20-м году большевики дали нам возможность. Был послан целый полк Красной армии в город, в населенный пункт Ухтуа, то есть это нынче называется Калевала, где проходил съезд. То есть по всем правилам тогдашним от 13 властей были отправлены туда депутаты, и вот под надзором Красного полка была принята программа, герб, наш национальный флаг, вот, который за нашей спиной, к сожалению, мы только приехали, не успели приготовиться. Он до сих пор является этническим национальным флагом Карелии, Карел. Вот, и было создано наше государство. То есть было решено отделиться от России, и командир этого полка и руководство этого полка было признать то, что Карелы получили независимость официально, и точно так же, как Финляндия, выходит из состава России. Этот полк вышел с территории, так скажем, Карелии, уже новой, молодой Карелии. Но через два месяца, буквально прошло два месяца, и на нашу территорию ворвались уже, как я называю, банд формирования Российской Федерации, потому что на тот момент
у нас, нашу Карелию уже признала Финляндия. Наше посольство уже ездило и договаривалось о признании нашей страны в Стокгольме, Швеции, Великобритании. Финны выделили нам 8 миллионов финских марок на нашу первую программу государственную, которая была вот именно принята на этом съезде. И Красная Армия через 2 месяца в июне смела все, уничтожила, люди в ужасе бежали, после чего начался геноцид. То есть реально начался геноцид корейского народа, который продолжается, как мы считаем, до сих пор. То есть сейчас, да, они расстреливают, не вывозят грузовиками людей за пределы Петрозаводска и других городов, и не расстреливают, как это было раньше, но, как сказано в определении геноцида, создаются невыносимые условия на территории проживания коренных народов. То есть где проживают карелы, в этих деревнях, населенных пунктах, закрываются медицинские центры, школы, больницы, ясли и вся инфраструктура. Поэтому карелы ничего не приходится, как выезжать молодежи из своих родных деревень, уходить в населенные пункты, где преобладает русское население. И все это делается, конечно, специально для того, чтобы уничтожить окончательно наш народ. И пока он еще на грани уничтожения, но еще жив, мы хотим его возродить и хотим освободиться от этого. Ага. Наверное, существуют какие-то, ну я так подозреваю, еще и, как это называется, этноцид, лингвоцид, да, то есть, наверное, там как-то все это присутствует. Ну, что такое этноцид? Этноцид – самое подходящее определение, потому что заменяется этнокультурное восприятие, и последующее поколение воспринимает себя не как представителя финно-угорского народа, а как общее понятие русский. Это не имеет этнического происхождения, а по сути является неким миксом славянских, финских, тюркских, отчасти монгольных, да, кавказских и, условно говоря, там оставшихся этносов. Ну и самое страшное, что вот эта вот часть, которая живет, большая часть Карелии, они продолжают гнобить, так скажем, наш коренной этнос. Карел, вепсов. В первую очередь, поморов то же самое. Ну и хотелось бы дополнить, да, коллег, что идет лингвоцид, например, что людям запрещается все-таки как это обучаться, получается, на родном языке. Получить образование на родном языке. У нас единственная республика во всей России, в котором в 40-м году был запрещен наш родной язык карельский, в котором, как вот правильно сказал Артур, до сих пор запрещено карелам обучаться на родном языке. В школах, институтах, техникумах, везде. Вообще выведен, да, просто единственная республика, где, единственная республика, где язык титульной нации не признан вторым государственным и не преподается в школах, на нем не могут обучаться люди. То есть до сих пор это пограничная территория, и которая русским правительством рассматривается как угроза. То есть раньше они выселяли финноязычное население, сегодня они запрещают вот именно, условно, собираться в группы и распространять культуру. То есть это немножечко, ну, геноцид, только немножечко в другой форме. И не столь жесткий пока, к чему он может привести. Ну, может, да, например, вот он привел, да, к войне с Украиной. То есть, чему он может дальше привести, можно только гадать. Ну да. Так, а вот, ну, я так понимаю, вот Карелия, да, мы говорим Карелия, но мы понимаем, судя по всему, все-таки многообразие, да, разных вот народностей, да. Вот. А какие вот различия? Ну, например, ну, они существенные там вот между карелами, да, и правильно я говорю, вейпами, или я не так выразил? Вот между вепсами. Карелами. Я извиняюсь, дико, простите, пожалуйста, между вепсами, да, и, ну и карелами, да, там какие-то. Между вепсами, вепсами, карелами различия минимальные. Менталитет одинаковый, точно так же, как практически нет различия с поморами. Единственное, с поморами у нас
другой язык. Между вепсами и карелами язык тоже, конечно, разный, но он очень похож, как, так же, как и финский. То есть финский язык, карельский и вепский очень близки друг к другу. Единственное, хотелось бы дополнить, что да. Собственно, мы выступаем все-таки за автономию в составе с урсорами, где каждый народ имеет право на свой язык. То есть это ключевой, то есть это ключевой язык, культуру, то есть это по большому счету как будут штаты в едином экономическом пространстве. Ну, предположим, не сможет не совсем будет экономическим, но там должна быть локальная экономика в штате. При этом будет, скажем, какая-то упрощенка, скажем, там, условно, будет там, лес там, по более дешевой какой-то схеме там, поставляться в соседние там, дружественные там, белгородские регионы. Но при этом будет единый, как получается, государственный язык, который язык коммуникации, он не будет давлеть, он не будет как бы защемлять, там, ущемлять другие народы. При этом в каждом регионе будет развиваться своя культура, будет поддерживаться своя идентичность. То есть мы выступаем за это. Ну вот сняли с языка, да, вот тут это мой вопрос, да, я и хотел узнать, вот какое будет взаимодействие, да, я вот уже понимаю, да, что... Мы стараемся более подробно ответить сразу заранее, потому что после форума мы уже, так скажем, прошли, вот это подготовились и обговорили все между собой, поэтому вы можете задавать, в принципе, вот наша группа как раз может ответить на разные вопросы, я думаю, что полноценно и о Карелии, и о финно-угорском мире, и она, как мы говорим, о перспективах ближайших, в первую очередь, о Карелии, и о дальнейших. Так вот сказал Артур, всего региона финно-угорского мира. Вот какие факторы, да, вы считаете решающими для реализации вашего проекта? Что прежде всего должно на это повлиять? Поражение вот Путина, да, в этой войне? Или, может, это что связано вообще с войной? Ну, или как-то опосредованно? Я думаю, что любой исход повлечет к одному исходу для России. То есть любой исход войны России против Украины повлечет все равно к фатальным последствиям для самой России. Сейчас есть определенный ряд факторов, которые влияют, скажем, санкции действуют. Это не просто какие-то слова, типа, которые понятно, что типа большая лодка, она быстро не утонет. То же самое происходит со страной, она начинает разлагаться изнутри, то есть там Китай, так называемый брат русского мира, отворачивается, потому что, соответственно, никакой поддержки не будет. Китай сам ждет, когда начнет этот непонятный зверь сам себя жрать изнутри. Собственно, мы ждем любого, расхода. Но мы надеемся на победу Украины. Да. Потому что Украина это подходит к 1939 году, у которой все получается, которая может победить. Таким образом, Россия может превратиться в Польшу 1939 года, которая уже и так имеется сила Запада и силы Азии, которые смотрят на территорию Северной Евразии за своими геополитическими интересами. Угу. Ну вот это витает в воздухе уже, вот скажите, в России. Вот это, Артур непосредственно и Артур, и Влад, они вдвоем приехали. 21 числа мы уезжали из России. Мы хотели вернуться, но сейчас мы понимаем, что это безнадежно и небезопасно. Небезопасно для нас возвращение. Ну, наверное, да. Уже пол Карелы родился в Эстонии, да. Я уехал 11 лет как политический беженец, политэмигрант. Чуть позже уехал. 3 года назад мы тоже покинули Россию, и пока что мы живем за пределами Отечества, и я не вижу возможности ни для себя, ни для своей семьи сейчас возвращаться на родину. Вот точно так же. А почему 3 года? Да, что, это какой у нас 19-й год.
да. А что, тогда уже, да, вот какие-то закручивания гаек, да, или что, как вот, почему? Закручивания гаек у нас скорее были всегда. Закручивания гаек. Они не останавливались с 1920 года ни на минуту. Но в последние годы сама атмосфера в обществе, в России была накалена, ну, на мой взгляд, уже до невозможности. И мне находиться, моей семье находиться было уже небезопасно, я это ощущала. Mm-hmm. Поэтому при первой возможности мы просто однажды, выехав за, из России, мы просто не вернулись обратно. Mm-hmm. Ну, вообще, обстановка начала накаляться. Обстановка очень сильно накалялась, и я видела, я понимала, что это приведет к чему-то фатальному, какому-то будет фатальный исход, и в принципе лично я не удивилась тому, что началась война с Украиной. Ну, непосредственно на Кине уже поступали звонки с угрозами, и даже спрашивают начинали, когда же ты уедешь. Прямо намекали, да, ну вот. Ну, не намекали, прямо говорили. Да. Когда начался Майдан, все, кто, ну, я поступил в международные отношения, все, кто из наших поддержали Майдан, с ними была проведена профилактическая беседа. И даже за публикацию и подписку на различные ресурсы по типу информационного Евромайдана или Правый сектор, у меня был трезуб на странице, и на третьем курсе со мной говорили как такие люди из первого отдела, который есть у каждого такого крупного университета, о том, что еще одно такое нарушение, вы будете исключены. Ну вот, непосредственно Влад не представил, он закончил международные отношения. Угу. Вот. А что за университет? Президентская академия. Ага. Как все были. Ага, ох, ну я тоже их когда-то преподавал, ну, на кафедре международных отношений, да, вот, ну, развиваем сейчас, да, как. Ну, а в принципе, да, я так понимаю, что история взаимодействия, да, вот, Карелов, да, с Россией, это еще, наверное, ну, как вы говорили, 1000 лет, да, это, наверное, еще Новгородское княжество, да, вот, когда вот... Я бы сказал, не до нее, потому что первое поселение, которое... Единственное, что, извини, что перебью, единственное, что тогда Россия еще не существовала. Сама Россия, как империя, образовалась всего 300 лет назад. То есть тут можно говорить о том, что Карелы взаимодействовали с другими народами, а вот само взаимодействие именно с Российской империей и с геноцидом карельского народа, он, в принципе, начался сразу Петра I, создание Российской империи, но он был изначально просто как захватническая территория, у нас захватывали нашу территорию, а вот последние 100 лет это уже был открытый геноцид, 100 лет назад он начался. И потом продолжается до сих пор. Только сейчас он более скрытый уже. Mm-hmm. То не было периода, ну, скажем так, если брать 20 век, ну, знаете, во многих народах период там коренизации называется, да, вот когда вроде как большевистская власть шла там на какие-то уступки в национальном вопросе, да. Вам, я так понял, карелам закручивали просто гайки, да. Нас закручивали гайки каждое десятилетие. То есть у нас Карел непосредственно с 1920 года было полностью сделано все возможное, чтобы уничтожить народ полностью на корню. То есть это делается сейчас. То есть остатки народа, который у нас остался в Карелии, Российская империя старается полностью уничтожить. Карелы на сегодня полностью лишены возможности управлять своей территорией, своими ресурсами. У нас нет ни одного карела там во власти, который бы родил хоть как-то за Карелию. То есть мы полностью отстранены от управления своей землей, своими ресурсами. И мы не можем управлять ничем. То есть даже самое интересное, что даже новые демократические, казалось бы, организации, которые создаются у нас, даже некоторые молодежные, которые создаются на территории Карелии, они не предполагают в дальнейшем управление карелами своей землей. То есть русские считают четко при любой власти, вот я это очень хочу подчеркнуть, при любой власти, Хрущев, Брежнев, без разницы, у нас шло только одно.
Карелы не давали управлять своей землей. Почему? Потому что мы четко всегда были против Российской империи, против геноцида, против русских. И мы до последнего стараемся держать идентичность свою, как и вепсы, так и поморы до сих пор. И почему вот этот вот союз, как бы мы считаем, что в принципе мы братья самые близкие, это поморы, вепсы и карелы. То есть те люди, которые еще остались на территории Карелии, коренные народы, и которые до сих пор не хотят окончательно покориться. Ну, еще можно добавить по поводу программы коренизации. Она обошла Карелию стороной, во-первых, потому что Финляндия уже получила независимость. И, значит, местное население называли шпионами, чтобы он не угоден. Также нужно не забывать, что именно система ГУЛАГа пошла именно с территории Карелии. То есть уже в начале появления советской власти когда начали отправлять неугодных элементов для сначала, как называемое, наказания, а потом замещения оставшегося там народа. Ну и, соответственно, массовые расстрелы начинались на наших территориях. Всем известно Сандермох. Да, да. Где очень много расстреляно в первую очередь местного населения. Меньше знают о Красном Боре, там тоже массовое захоронение под Петрозаводском. И я могу сказать, вот как человек, который 15 лет изучает историю Карелии, у нас еще очень много нераскрытых мест, не менее страшных, чем Сандермох и Красный Бор. То есть в дальнейшем, когда мы получим независимость, я думаю, откроются еще более страшные тайны, которые мы еще не знаем. То есть знаем, но не можем подтвердить их пока. 30-е годы, да, вот этот большой террор, да, он так катком проехался, да, я так понимаю, по вашим народам, да, ну вот таким каком-то особенным, да. Не только в 30-е годы, но и в послевоенные годы этот террор обострился с новой силой, потому что во время войны часть Карелии финские войска сумели освободить. Именно освободить, а не оккупировать, как это говорят русские. Вот Алевтина правильно сказал, освободить. То есть мы были освобождены 3 года. Да, я понимаю. Впоследствии русские войска вновь отвоевали нашу территорию для себя. И весь гнев обрушился, конечно же, на наши коренные народы, и мы расплатились за это вполне. Очень много людей в то время были наказаны в первую очередь за то, что мы сразу же как приняли финнов как братский народ, и они нас тоже, соответственно, и многие вепсы, и карелы, эстонцы, кстати, между прочим, украинцы тоже создавали национальные батальоны в составе финской армии и боролись с красной заразой. Большевиками с русскими последствиями. И также хочется отметить, чтобы не обойти стороной другие финно-угорские народы, которые были в Волге. В 30-е годы вся интеллигенция была объединена в сотрудничестве с финской разведкой и полностью уничтожено национальное формирование на Волге. Непосредственно Тверской, так скажем, национальный округ был уничтожен. Причем самое интересное, что когда разбираешь это по частям, то видно, что изначально было создано все для того, чтобы выявить основных, так скажем, активистов. Вот. То есть красная зараза, большевики сделали так, что приманили, так скажем, дали возможность как бы карелам получить там автономию и выявить, так скажем, основных инициаторов, которые хотели получить, так скажем, больше автономных прав в составе России, ну, тогда РСФСР. И когда это было все выявлено, их в первую очередь расстреляли или уничтожили других людей. Ну да, да. История, в принципе, похожая, да, вот она... Ну, собственно, я угадываю. У меня возникают постоянно аллюзии, да, к истории Украины, да, вот тоже, в принципе, схожие, может быть, процессы. Хотя такое впечатление создается, да, что для вас, ну вот, готовили вообще роль полного, окончательного растворения, да, вот,
в русском народе, да, вот. То есть она не готовилась, она до сих пор как бы продолжается. Mm-hmm. То есть, вообще не было какого-то... Надо, кстати, наверное, упомянуть обязательно о том, что в 1940 году было создано Карело-Финское СССР, mm-hmm. то есть это была 15-я республика, когда готовился все-таки захват Финляндии, то есть хотели ее присоединить уже как бы готовой к Карело-Финской СССР. Угу. И в 1956 году, уже после войны, с учетом того, что и карельского населения практически не осталось, и Финляндия стала лояльна России полностью, с нас сняли статус Союзной Республики, оставили статус автономии. Ну а во время перестройки, несмотря на то, что карелы четко заявили в 1990 году о декларации о независимости, вот когда был парад суверенитетов, все равно уже большинство русских, именно тогда большинство русских не дало нам возможности отделиться. Mm-hmm. И с тех пор, поняв, что карелы до сих пор не желают жить вместе с русскими бок о бок и не хотят растворяться, нас стали давить до последнего все больше, больше, больше. Mm-hmm. Так, ну и тогда, ну, собственно, у меня еще два последних вопроса. Ну, я так, у меня складывается впечатление, что вот это вот будущее, да, карельское государство, оно будет демократичным, да, ну, я так думаю, да. А демократичным и не ксенофобским, да, какими-то условия будут для того, чтобы вот различия... языковые, да, какие-то этни, ну, я не знаю, какие еще, да, они учитывались, они, ну, вот, ну, как бы развитие... Давайте я начну, а вот Артур продолжит. Влад продолжит. То есть мы себе представляем так, что мы, конечно, будем как демократическая страна, и у нас в составе, значит, Карелии должен быть в первую очередь выделен карельский этнос, вепский этнос и помор. То есть эти коренные народы должны сохранить свою идентичность. Mm-hmm. Но мы не против того, чтобы у нас проживали другие народы, но мы против того, чтобы появилась так называемая, как хотят сейчас делать, карельская нация. Mm-hmm. То есть это будут просто граждане Карелии, как, допустим, бывают граждане Германии, граждане Швеции, которые не являются шведами этнически. Mm-hmm. То есть мы за сохранение своих этнических особенностей, своей самобытности, в первую очередь. Дальше mm-hmm. Влад расскажет. Ну, я лишь напомню о том, что уже говорилось о других финно-угорских народах. Они, как нам кажется, смогут намного проще интегрироваться в наше пространство, поскольку у нас и так имеется генетическая и этнокультурная с ними связь. А касательно так называемых переселенцев, которые оказались во многом в Карелии не по своей воле, это связано с системой, советской системой, которая насильно переселяла на людей. Mm-hmm. Нужно же понимать, что немалое количество украинцев, поляков, немцев и латышей, литовцев оказались там только из-за того, что там находился ГУЛАГ. Mm-hmm. И эти люди, как нам кажется, имеют иное экзистенциальное восприятие мира, нежели так называемые московиты, поскольку они, их тоже коснулось, это мясорубка под названием «Большие люди». Если они захотят перебраться в свои этногосударства, которые уже имеют независимость, то есть будь там Украина, Польша, Литва, Латвия, мы были бы рады получить содействие от уже формирующихся государств Европы, но если они захотят остаться, то мы также им будем рады видеть их. Угу. Как граждан Карелии. Ну да. С определенным, я так понимаю, да, ну, как это, атрибутами гражданственности, да, вот как вот в странах Балтии, да, ну, ты там даже должен знать язык, да, например, да, вот. Язык, культура. Да, демонстрировать приверженность. Да, у нас есть так называемые, вот мы говорим про русский язык, и часто появляются споры, украинский язык это часть русского или русский часть, часть украинского. На самом деле это все локальные диалекты, mm-hmm. которые, можно сказать, что
украинский, это русский, это диалект украинского. И с точки зрения лингвистики не будет никаких ошибок. У нас есть так называемый почти уже мертвый, но сегодня существующий Поморское полуострове, на котором говорит не так много людей, но это все-таки позволяет нам, переходя на него, чувствовать себя официально иначе. То есть те люди могут перейти на него, как сделал сейчас в Украине, когда в Киеве шестое население, которое раньше было по-русски, изучает украинский. Если оставшееся население будет переходить на поморский язык, который в сущности является отчасти русским, и при этом будет изучать, конечно же, корейский, у них будут такие билингвы, которые, с одной стороны, и сохранят свою региональную культуру и боются в нее, а с другой стороны, будут иметь свою этнокультурную самобытность. А ну и вот последний вопрос. Ну, вот, ну, как бы вот этот форум, да, там же ж, не только, да, представители карельского народа, он шире, да, там башкиры, да, вот Габасов, тот же Руслан, да, насколько мне известно, он активный участник, там татары, да, ну и другие народы. Вот как будет, есть стратегия выстраивания отношений, да, вот с такими народами, другими народами, поневоленными народами, да, бывшей Российской империи, да, кто вот, друзья лучшие, да, или вот перспективные, да, вот интересно просто. Вот я хочу подчеркнуть то, что я сказал в самом начале, то есть мы не собираемся переделывать Россию. Мы не собираемся создавать СНГ. Мы не против других всех независимых республик, независимых национальных государств. Мы только за, что они появятся. Мы готовы к добрососедским отношениям, но мы не собираемся создавать СНГ. Я понял, да. Нам, то есть... нам не нужен ни конфедератизм, ни федератизм. Этого ничего со стороны Карелии не будет. Четко, наконец-таки, уйдем в свое родное лоно. Это Скандинавия, это Эстония, это финские народы. То есть наша задача вернуть самобытность финских народов и влиться именно в те народы, которые нам родственны и которые уже сейчас имеют свои государства и свою независимость. И также хочу сказать, что немалое количество различных финно-угорских народов оказалось не своей воле в Сибири и на Урале, и будут представлены различные программы, которые позволят им переселяться в Карелию, и они должны понимать, что у них уже сейчас в сознании должно формироваться, у них есть два дома, это их родная земля и Карелия, которая всегда была бы рада видеть наших городских людей. Ну и, конечно, тут же тогда уже к этому добавлю, что мы будем очень рады тем вепсам, которым пришлось покинуть свою территорию, чтобы они могли вернуться, и карелам, беженцам, которых, ну, просто несчастливое количество рассеяно по всему миру. Мне только остается пожелать вам удачи в вашем вот этом вот таком благородном стремлении, да, вот. Оно, ну, я вижу, да, людей именно одухотворенных идеей, да, вот, любящий свой народ, да, вот, или народы, да. Мы немножко сегодня уставших, потому что мы только-только приехали. Да, конечно, да. Мы полностью подготовиться, полноценно, так скажем, к интервью, но уж как смогли, так мы вам постарались рассказать наши цели, задачи и перспективы. Нет, ну... Все предельно ясно, предельно четко, да, вселенная приоткрылась, да, вот я для себя, собственно, подчеркнул еще кое-что, да, и, собственно, ну что я могу сказать, я желаю вам удачи, да, в вашем стремлении, вот, общими усилиями, да, мы, надеюсь, вот этого вот имперское наследие все-таки перелопатим, да, вот, и будем строить... Да, спасибо. Да, спасибо вам. Мы видим, что ваша борьба, она нас, скажем, воодушевляет для нас, как наша Финляндия там, в 30-е годы. Мы желаем вам скорейшей победы. Да, мы желаем Украине скорейшей победы, это от всех нас. Благодарю вам с поклоном. Как говорится, нет молотов, да? Если... Именно так.